mate? All right. Yeah, I'm all right. Enjoy. So let's all grab and let's all enjoy. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы начинаем традиционную передачу, посвященную олдскулу старой школы, хардкорчику, так сказать. В общем, первая песня была немного необычная на первый взгляд, но на самом деле все гораздо проще, чем кажется. Sham 69, знаменитая английская группа, очень сильно повлияла на многие американские группы конца 70-х, начала 80-х, потому что подавала очень жесткую агрессивную музыку, которой так не хватало Америке. Вот. Параллельно с эфиром я буду транслировать футбольные матчи, ведь сейчас проходит чемпионат Европы, и вот французы пытаются дожать чертовых румын, но никак не могут. Пожелаем им удачи. А сегодня у меня по плану, значит, рассказать о Black Flag, о их темных годах, после этого 82-83, когда у них уже всякий полуметал начали играть. Вот, и маленький рассказик о бостонской сцене начала-середины 80-х, написанном моим белгородским другом Майти. Потрясающая штука. Я зачитаю. А начнем мы, естественно, с хорошей, доброй заводной музыки. И для начала у нас будут TSOL, True Sons of Liberty,
которые выпустили на днях новую пластинку, ну, вернее, не совсем новую пластинку, они перепели свои старые известные песни, и мы послушаем кавер на собственную песню «Cold Blue». Soil только что были с песней Cold Blue. Вот, потрясающая пластинка, всем рекомендую послушать. Еще название такое смешное, сейчас секундочку вылетело из головы. Сейчас скажу. Кстати, самые крутые из вас могут летом заценить TSOL. У них будет европейский тур, довольно-таки немаленький. Вот, и еще Adolescence. Они вместе будут выступать в нескольких городах, естественно, на каких-то крутых заграничных фестивалях. Так что самые модные и богатые вот могут вот этот самый Fuck You Tough Guys The Collection послушать живьем. Вот. Очень крутые TSL живьем. Я видел пару лайвов, и равнодушным нельзя остаться. Вот. Извиняюсь перед дорогими слушателями за то, что я не выступал в прошлый понедельник. У меня была тяжелейшая травма. У меня опух рот. Опухли десны, очень сильно все болело. И ночь до этого я просто не спал целиком. Вот первый раз в жизни я не спал из-за боли целую ночь. Потом друг мне подсказал обезболивающее, я помазался и сразу заснул почти на 20 часов. Отрубился дичайше, поэтому эфир, собственно, не проходил. Итак, сейчас мы послушаем Angry Samoans, ну и еще кое-какие песни, а я как раз подготовлю все обещанные рассказы. Ну и досмотрим заодно, как все-таки, может, французы дожмут, чертовых румын. I'm a pig now, baby, I'm a pig, pig, pig. He sniffs his toes when he's feeling gone. I'm a pig now, baby, pig. And he goes out a Friday night. Takes off his pants cause he feels alright. Third down and 20 to go. It's too tough, turkey is ready to go, go, go. In the gym, the kids are holding their nose. I'm a pig now, baby, can you dig? But I don't care, cause I got the O. I'm a pig, I'm a pig. Body odor is no concern. When he goes shopping, those noses turn. Third down, 32.
go. It's two top turkeys ready to go, go, go. He's just a turkey, a two top turkey. He's a turkey. Прослушали вы только что несколько интересных композиций старых добрых, очень известных групп: Angry Simmons, Seven Seconds, Black Flag. Сегодня я посмотрел очень интересный фильм, называется «Дневники мертвеца». Это пятый фильм Джорджа Ромеро, посвященный восставшим из могил мертвецам. Снят в таком довольно-таки любопытном стиле. Напомнил фильм «Монстр», которого я смог посмотреть только 10 минут и выключил, посчитав его нудным. Типа и все и снимается как от первого лица, чувак все снимает как бы документально, желая снять какой-то фильм о том, что происходят какие-то странные события, и вот все такое какое-то. Вот, но между тем, посмотреть рекомендую, фильм стоящий, хотя первый фильм значительно мощнее, нежели этот, но... Между тем смотреть нужно. И еще я смотрел в субботу в кинотеатре «Индиану Джонса». Ох, какой же он крутой мужик все-таки. Вот тот, кто говорит, что неудачный фильм, ну, не сказал бы я. По-моему, просто потрясающее продолжение. Очень удачно подмешали спецэффекты, хотя с инопланетянами слишком сильно намудрили. Вот, но смотреть тоже обязательно надо, ибо... Продолжения таких фильмов редко бывают хреновыми, потому что снимают их те же люди с теми же идеями. Вот, а не какая-то современная мудянка, будь она проклята. Вот, а я между тем продолжу рассказывать о Black Flag. Вот, уже после того, как Генри Роллинс присоединился к группе.
Вот, Дескадена взял вторую гитару, группа усложнила, умощнила, не знаю, как выразить это слово, свой саунд, замахнулась на запись первого лонгплея, так они же только эпишки до этого выпускали, вот, не забыв предварительно съездить в турне с Exploited, GBH и Crown Gem. Вот, надо еще заметить, что Exploited отличились тогда очень сильно во время этого тура, просто тупо перестали выступать, и Black Flag остались в другой стране, без копейки денег, и чуть не умерли от голода. Причем Black Flag очень негативно воспринимали английские слушатели почему-то, и на многих концертах их всяким скамом забрасывали, ну, не очень вежливо просили убраться со сцены и прекратить выступление. Вот. Давайте дальше слушать музыку. Как, наверное, многие из вас знают, даже NoFX раньше играли хардкор. Вот сейчас мы послушаем две песни с их первого лонгплея, Maximum Rock'n'Roll, который выпустили только в 90-х, но записан он был полностью в 80-х. Песни будут Live Your Life и Six Pack Girls. Вот, Six Pack Girls очень любопытная песня, по тексту советую прочитать, ну, если не разбираете, как я, например, я очень редко разбираю тексты в записи, и, как правило, нормально воспринимаю, только потом уже, когда прочитаю полностью текст. О девчонках, которые сношаются за ящик пива, так, по олдскулу. Слушаем. Так, французы не дожали румын, а мы послушали NoFX. Вот, возвращаемся к нашему дорогому и уважаемому, любимому черному знамени. Вот. Итак, начинается пластинка
первая Damaged, которая называлась Black Flag, жесткой песней Rise Above, сразу обрушивает на слушателя бесконечную энергию музыки и текстов. Просто, ну, невероятных по своей мощи. С одной стороны, высмеивают жалкое существование ограниченных и закомплексованных правильных граждан, а с другой, таким очень важным моральным проблемам личности. Альбом должен был распространяться по помощи Unicorn Records, вот, принадлежащей мажорной MCA. Но после того, как подписали контракт, MCA отказались распространять пластинку из-за ее антисоциального содержания. Чак Дуковский говорил, что руководитель ему сказал: «Как отец двух дочерей, я не могу позволить это выпускать. Это направлено против родителей и антисоциально». Причем уже было напечатано 25 тысяч обложек с лого MCA. Вот такие вот они, суки, принципиальные. Напечатали обложки, уже потеряли кучу денег, но пластинку так и не выпустили. В итоге Грег Джин наслушался этого бреда и просто-напросто создал свой лейбл. И на нем Damaged уже и был издан. Вот. Однако после появления пластинок в магазинах у группы уже начались другие проблемы. MCA подала в суд на Black Flag и SST, лейбл, который принадлежал и сейчас принадлежит Грегу Джину, в суд подал, в результате чего Джин и Дуковский сидели неделю в камере, а группе было запрещено издавать продукцию со своим названием и логотипом, что, видимо, они плохо читали контракт, когда подписывали с рекорд-лейблом, и там были какие-то пункты об авторских правах. Такое очень часто бывает, что группы якобы на выгодных условиях собираются выпустить вас, а на самом деле создают подводные камни, которые на первый взгляд не видны, и потом возникает огромное количество проблем. Вот, но Грег Джин не собирался сдаваться и, естественно, продолжал активную концертную деятельность в Black Flag. Выпустили сборник почти всех старых вещей Everything Went Black. Ну, несмотря на отсутствие названия банды, имена участников команды, размещенные на обложке, говорили сами за себя. А в 83-м гнев марсианских богов настиг подлую фирму MCA, и она обанкротилась самым позорным образом. И в связи с этим событием Black Flag полностью восстановили свои права на использование имени и логотипа. И таким образом стали полностью свободны. Вот, пока дальше будем слушать музыку. Let's get out there, everybody. Ready? 1, 2, 3, go! Это Minor Threat только что были. 20XU. Итак, Робо уходит из Black Flag для того, чтобы присоединиться к повелителям ужаса Misfits. И его заменяет Чак Бисквитс, который до этого стучал в DOA с легендарным Джоуи Шитхедом. А потом дальше заменил Робо, помогая Глену Дэнцигу, но уже в его сольном проекте Дэнциг. С довольно-таки оголтелым металлом, который не всем, кстати, по душе. Вот, однако, скоро уступил место легендарному Биллу Стивенсону, который параллельно крушил барабаны в Descendants. И Чак Дуковский ушел из группы, в результате чего Грег Джин самостоятельно взял бас-гитару и сменил свое имя на Дейл Никсон. В таком составе был записан LP My War, который вышел в 84-м и знаменовал собой отход Black Flag от привычного двухаккордного безумства. Композиции стали гораздо длиннее, сложнее, нуднее. И причиной ко всему этому послужила тяга к экспериментаторству, которая, кстати, я на самом деле не понимаю, откуда взялась у такой бодрой группы, как Black Flag.
появилась эта откровенная нудятина просто-напросто местами. Вот, а мы сейчас послушаем Misfits, а потом будет и песенка с моего. Я уверен, что очень многим нравится, хотя я не фанат, но при случае с удовольствием тоже могу послушать. Эй, Where 138 Misfits. А сейчас мы послушаем SOA, первую группу Генри Роллинза и песню Public Defender. А теперь обещанная композиция с альбома My War Black Flag. Это будет песня Forever Time. Time. Time.
Вот, а теперь для разрядки, дабы снять напряжение после этой страшной песни в исполнении Black Flag, мы послушаем коротенький боевичок. Вот, далее мы послушаем Agnostic Front по заявочке с их довольно-таки крутой кроссоверной песней Eliminator. Вот, ну а сначала пару абзацев, что ли, про Black Flag. Итак, перед записью следующего альбома, датирующегося все тем же 84-м, снова сменяется басист. Пришла девушка в группу, которую звали Кира Рёслер. Вот, и несмотря на то, что записанный с ее участием альбом «Slip It In» местами производил бодренькое впечатление, он уже не мог никак сравниваться с классическими безумными работами Black Flag. Вот, помимо двух упомянутых выше альбомов, Грег Джин и компания успели выпустить сборник «The First Four Years», включающий, как нетрудно догадаться, три первых мини-альбома и еще несколько треков. Вот, а также пластинку «Family Man», которая была записана речами Генри, а другая инструменталами Black Flag. Это так называемый первый спич-альбом, который впоследствии стали довольно-таки популярны. У Роллинза их так вообще несчетное количество. Также Джелли Биафра из Dead Kennedys на этом поприще очень сильно прославился. И даже как-то ходили разговоры о том, что в России возможен был его приезд со спичами, но, естественно, ничего не получилось. Вот после этого уже ничто в нашей вселенной не могло заставить группу свернуть с пути музыкальных экспериментов, которые вели в мрак, депрессию, навороченных длинных композиций и тотальному развалу. Можно добавить, что на последнем лонгплей группы In My Head группа играла музыку, которая уже откровенно doom metal напоминала. Вот. Очень странно, хотя Black Flag в конце концов хоть, ну, не стоит говорить, что заиграли плохую музыку, а напротив, их творчество сохранило настрой от панка, содержало кучу талантливых идей, которые впоследствии использовались кучей других команд, то есть огромное количество элементов, которые другие переняли, но во многих отношениях сделали гораздо. Итак, продолжим с Black Flag. В 86 году был записан альбом, лайв-альбом Who's Got The Ten, и затем Грег Джин просто собрал всех участников группы и сообщил, что группы, собственно, больше нет. Известие было встречено спокойно, вот, тем более, что у почти всех музыкантов в то время был уже свой проект. Ну вот, не стоит говорить о том, что Генри Роллинс со своим проектом Rollins Band был наиболее известным. Они записали огромное количество альбомов. Как мне показалось, интересно, там было все-таки маловато, хотя наверняка есть поклонники. Ну и само собой, к Black Flag это уже не имело никакого отношения, как и вся последующая его деятельность, хотя крутым мужиком он остается до сих пор. Вот. Ну и, естественно, его огромное количество спич-альбомов, которых он записал. Вот, в качестве итога можно сказать, что вклад Black Flag неоценим, трудно переоценить в дело панк-рока. Вот. Об этом я уже говорил, наверное, не один раз. Вот. Можно добавить, что без этих ребят могло и не быть то, что мы сейчас называем хардкором. Хотя сейчас мы, к сожалению, нечто другое называем хардкором. Вот. В общем, как бы то ни было, если бы не Black Flag, все было бы, наверное, совсем по-другому. И сейчас бы слушали бы вы какую-нибудь хрень вместо четких пацанов вроде Black Flag. Так, прослушиванием дальнейшим займемся. Пожалуй, пару скейтборд убийц можно поставить, например, Glenn Green, еще Minor Threat, которые уже звучали. Ну еще, а и Anti еще, наверное, будут. Вот. Ну еще какой-нибудь скейткорчик я с удовольствием поставлю, если заявочки будут. Как бы группы я такие очень известные ставлю в малом количестве все-таки. Ну, имеет место быть. Итак, слушаем Glenn Green, Skate to Hell. Never cried. I guess my skin.
Ян Маккей только что нам пел об измене. А сейчас мы послушаем слэпшот и песню Straight Edge, вот специально для Ваньки Столома. Отрыл я в закутках, к сожалению, Kill You Idols песни Skinhead Girls у меня нет. Ибо это, видимо, какая-то дико крутая эпишка, 7-дюймовочка, которой я не обладаю. Кстати, у меня в планах через несколько месяцев уже винил периодически вам ставить. Вот, я думаю, будет довольно-таки круто с винила так послушать, да? Slapshot Straight Edge. Just like you, but I got better things to do. Sit around and suck 'em, 'cause I know that I can go. Life is not a beat blues and life is not a stupid go. Never wanna use a crutch, always wanna keep it shut. I've got the straight edge. I've got the straight edge. Yeah, I've got the straight edge. I've got the straight edge. Ой, что-то дико одни кресты. Minor Threat, Slapshot. Вот. Еще просят витамины ко всему. Ну, просто беспредел какой-то. Кресты растянулись на полверсты. Сейчас послушаем Dead Kennedys сначала. Viva Las Vegas. Знаменитый кавер на дядю Элвиса Пресли. Ну, а потом уже и Витамин X. Мертвые кинодюхи только что играли. Вот. Хочу добавить, что сегодня первый понедельник без Паши Бомбера, переставшего вести передачи на стрит, на этот, к сожалению, вот, по неизвестным для меня причине, вот, ну, не знаю, какие-то дела у них свои с администрацией, просят песню про алкоголь. Ну, блин, песен про алкоголь много, хотелось бы, конечно, какой-нибудь конкретики, но, в принципе, можно что-нибудь такое найти любопытное, которое всем будет по душе и к тематике как раз. А затем будут Витамин X с песней «Story». Yeah, but that's right.
Свинка меня породила, свинка меня и убьет. Раки белые топоры, ненавижу, когда не прият. Прошлым примерный сынок, будущим забулдыга. Жизнь колобок, балабок. Да, я мега ханыга. 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 Деньги есть, я бухаю, денег нет, отдыхаю. Right, never comes to fucking cool. Open your eyes, you do a fast down the line.
say about dogs and fags. Evil nation has climbed up Brokeback Mountain to worship the dunghill gods of the faggots. Right here, all by myself, I ain't God. No one else, the situation is bleeding me. There's no relief for little old me. Depression's got a hold of me. Depression, I gotta break free. Depression's got a hold of me. Depression, it's gonna kill me. Touch me. Well, I don't need your fucking sympathy. Depression's got a hold of me. Depression, I gotta break free. Depression's got a hold of me. Depression, it's gonna kill me. Everybody, just get away. I'm gonna sit inside and eat Milo wafers all day. Depression's got a hold of me. Depression, I gotta break free. Depression's got a hold of me. Depression, I swear to God, it's gonna kill me. Depression's got a hold of me. Depression, I gotta break free. Depression's got a hold of me. Depression, it'll be the death of me. I'm sick of watching it. I'm not accepted by my peers. So what? I took the lesson by the queers. That's why.
так в мое отсутствие вы тут переслушали кучу музыки, извините, у меня тут было маленькое дело, так сказать, личное, вот, и я не мог его совмещать с видением, но вот я возвращаюсь, теперь даже после 11 можно вести, Паша Бомбер отказался от передач, и освободив таким образом самое кошерное, как мне кажется, время, потому что вечером гораздо больше народу, ну, по крайней мере, в 11, нежели в 9. Вот, в принципе, думаю, можно сегодня начать будет и с рассказом о бостонской сцене. Это даже не рассказ, это скорее эссе, оно короткое, но, между тем, довольно-таки содержательное, можно услышать несколько названий для себя, что-то почерпнуть, в принципе. Вот, ну сейчас еще поставлю песенку тогда, вот, The Cry, Suburban Death Camp, и тогда приступим. Наслаждайтесь. One wants to get a cellar. Suburban death camp. That means time to stop. This is but another war. Thank God that I'm telling her. Suburban death camp. Have the children shipping white to a pretty countryside. That I'm not right. Then it's dead. But I'm a trench. Bloody corpse is piled high. Orders given it's time. Die. Paper streets filled here with the smell of burn here. One way ticket and sell it up. Suburban death camp. Thousands of dinosaurs. This is another war. Thank God I am selling up. Suburban death camp. The Cry только что были. А мы начинаем. Только что, кстати, Рудван Нестелрой запорол вернейший момент и не смог шара закатить итальяшкам. Вот. Итак, когда заходит речь о такой крайне симпатичной и популярной в R&B среде музыки, как хардкор. О нет, дорогие соседи из бомж-подвалов, это не группа типа Галоген, Маразмолит и еще какие-нибудь страшные болезни. А крайне быстрая, по-юношески наивная и честная музыка, с бьющей через край позитивной агрессивностью. Большинство сразу устраивает ностальгические посиделки с бабушкиными плюшками и чаем, поминая добрым словом Minor Threat и Seven Seconds. Или же наоборот, роется в бабушкином чулане в надежде найти давно уже сданные на металлолом чугунные гантели с целью покачать железо под Cro-Max, Regan Youth или Antidote. Ну а самый эрудированный из вас вспомнит о добрейшем и толерантнейшем ответвлении хардкора, как бостонская сцена. Вот, но для тех неудачников, которые не успели совратить молодых девчонок, мы предлагаем, без сомнения, нужное и вполне занимательное, так сказать, эссе. Вкратце расскажем вам о Бостоне. Итак, в отличие от основополагающего кирпичика хардкора, заложенного в теплой и манящей вечных подростков Калифорнии, бостонская сцена проходила путь становления по несколько иному пути развития. Столица Массачусетса всегда носила за собой звание старейшего и интеллигентнейшего города США,
десятки университетов, колледжей, включая знаменитый на весь мир Бостонский университет, развитые медицинская, финансовая, технологические индустрии. И вполне очевидно, что молодые выходцы американского рабочего класса имели все основания не взлюбить консервативные ценности, на которых основывался город. Как их сверстники с западного побережья, бостонские лоботрясы выбрали панк-музыку в качестве глупой оппозиции, высосанной из пальца культуре взрослых. Вот сразу стоит отметить, что в отличие от раздолбайских калифорнийских коллег, вспоминая Circle Jerks, к примеру, бостонцев гораздо больше привлекали безумные скорости, агрессия, отсутствие самоиронии, не у всех, конечно, и в меньшей степени распевание глумливых песен о политике и обрезании. Сказывалось отсутствие близлежащего моря и шоколадных спасательниц Малибу. Так вот, без сомнения, как и любого хорошего человека, их отличал порочный недостаток боевого комплекта одурманенного болванчика из движения «Наши», как политкорректность, терпимость к добропорядочным гражданам и вера в святость президента. Вот, послушаем сейчас парочку представителей этой самой сцены. Это будут System Society D-Control и B.I.U. Извините за обрыв, который только что произошел. Во всем виноват мой провайдер. Начались проблемы. Видимо, вечером все очень сильно захотели интернета. И началась такая херня. Меня незаметно ото всего отрубило. И вот я минут 10 вещал, ставил музыку. И хорошо, что вот кто-то догадался написать Ваську и узнать, закончилось все или нет. Нет, еще не закончилось. Просто-напросто были проблемы со связью. И эти глюки уже иногда надоедают. Вот, послушаем еще одних мощных представителей бостонской сцены DYS. We'll be right back.
Muse, Bill Police. Fuse, Pure Police только что звучали, а голландцы между тем забили уже второй гол итальянцам. Вот, можно праздновать уже и открывать элитное голландское пиво. Итак, первый серьезный ответ на атаку Лос-Анджелесу была на удивление занимательная и теперь уже ставшая классической компиляция This is Boston Not LA 82 года, выпущенная усилиями лейбла Modern Method Records. В ней приняли участие все значимые бостонские команды того времени. Freeze, Gangrene, которых мы сейчас еще раз послушаем, Jerry's Kids, Groynates, Proletariat, Decadence, The Fuse, которые звучали только что названные от Fuck You. Вот. По словам Клиффа Хенгера, вокалиста Фриз, название сборника не преследовало цели оскорбить хардкор-сцену западного побережья, всего лишь вдохновить локальные банды на создание своего собственного уникального стиля. И вот можно процитировать цитату из песни, которая звучит как «If you look the same and you act the same, there's nothing you and you to blame». «Если ты выглядишь и живешь так же, как и все, то ты достоин только сожаления». Однако же, как это часто бывает с хорошими идеями, местные представители интеллектуального большинства, следуя старой доброй традиции благодарной аудитории, восприняли название как руководство к действию, агрессивному и совершенно необоснованному. Хардлайн-идеология стала основополагающей для многих схе-команд из столицы Массачусетса. А мы сейчас будем слушать Гангрин, которые не уважали Straight Edge и все время над ним смеялись. Never! All over the world, watch it!
Не мудрствуя лукаво, я просто-напросто ставлю песни со сборника с Boston at LA, о котором только что шла речь. Вот, мы могли насладиться группой Пролетария только что. Далее будут Джерис Кидс. Итак, самыми известными аннигиляторами еретиков были Society System Decontrol, или просто SSD. И их ставшая знаменитой на весь мир Boston Crew, возглавлявшаяся гитаристом группы Эллом Беррилом. Забегая вперед, можно сказать, что в 90-х их знамя подхватило новое поколение хардкор-групп вроде Eye for an Eye, Red Sox, Ten Yard Fight, Crossface, Blood for Blood. Но не стоит думать, что все в Бостоне отрастили божественные крылья и встали на путь Томаса Торквемады. Не менее значительная группировка алкашей, продавших свое пузо пивному дьяволу, возглавлялась весельчаками из Гангрин. И не надо говорить, что их гимн расливающему образу жизни под бодрым названием «Алкогол» не слышал ваш престарелый дедушка с циррозом печени, он просто боится признаться вам в пороках молодости. Эту песню мы сегодня уже слышали. Вот, ни в коем случае не следует забывать о таких непримиримых борцах с нацизмом, захлестнувшим Бостон в середине 80-х, как «Friends Stand United Crew». Или, что более отражало реальность того времени, Fuck Shit Up, FSU Crew. Вот такое двусмысленное значение имеет. Стоит признать, что сами парни не чурались грязных методов в драках с нацеотморозками и часто использовали прием «ломаемый член в десятером». Кроме вбивания антифашистских идей в пустые головы контуженных на единственное полушарие Адольфов, FSU пацифистически распространяли светлые схеи-идеалы среди пьющей золотой молодежи, обитающей на печально известной Lansdowne Street. Можно вспомнить еще одних известнейших бостонцев Dropkick Murphys и их песню Pipe Bump on Lansdowne, повествующую о стычках с любителями дорогого и глупого. Вот. Через несколько лет движение пошло на спад, бить стало просто-напросто некого. Чтобы возродиться в середине 90-х во многих городах Запада и Юго-Запада США. Ну, можно уже и у нас сейчас встретить подобных ребят, занимающихся хуй пойми чем просто-напросто, а мы будем Гройнет слушать, а потом Фриз, Boston at LA. I got some grace, you got some oil. I'm a 250, shit's gonna fall. The boy, my darling. And scratch up your sweat, and scratch up your sweat, and scratch up your sweat, and scratch up your sweat. And try to stop it though, and try to stop it though, and try to help. You're not an angel. Yeah, devil. Продолжу я занимательный рассказ о Бостоне.
Вот, приблизительно в то время, когда многие бостонские хардкор-банды двинулись в сторону малодушного металла, примерно в середине 80-х, бывший вокалист Negative FX, Калифорния, кстати, отомстила им, родив такого монстра про гранды, как NoFX, честно стырившего их название, и участник Last Rites Джек Келли собрал свою непримиримую и беспринципную схе-формацию Slapshot в 85-м году, являя собой еще более радикальное крыло хардкора, чем SSD. Келли и товарищи обрушивали неподдельную агрессию на весь мир, живший не по их убеждениям. Не совсем свойственное для панк-рока отношение к вещам закончилось совсем недавно, в 2005 году, после 20 лет бескомпромиссных жизненных позиций. Очевидно, что без поддержки местных лейблов вроде Tang Records, X-Clam Records и уже упомянутый выше Modern Method Records, который по сути являлся дистрибьютором магазина Newberry Comics, хардкор-сцена вряд ли бы достигла своего расцвета и получила известность в стране, где самое популярное пиво Балтика 9, а самая модная одежда — шлепки на голый торс. Вот, Tang Records, один из первых городских лейблов, был создан Кёртисом Кэсселой в 81 году. Помимо него, Кэссел владел независимым музыкальным магазином, известный своими шахматными турнирами Harvard Square. По сути, это был сквот, в котором на постоянной основе жили антисоциальные элементы, вроде нас с вами и нашей бабушки. Вот, сотворив свое черное дело в начале карьеры, в 90-х лейбл переехал в Калифорнию. А в 2006 году в свет вышел документальный фильм «American Hardcore». Вот, который все, наверное, смотрели. Но если не смотрели, то дураки. Ничего тут не скажешь. Вот, послушаем нью-йоркскую группу Mob, потом пару вашингтонцев, и я буду постепенно завершать, так как хочу второй тайм-матч Голландия-Италия посмотреть нормально, не отвлекаясь на очень интересный и важный межтем эфир. Вот, слушаем The Mob. Итак, X-Clam Records, о котором я говорил до этого, был детищем сумасшедшего, непонятно в каком смысле этого слова, гитариста SSD Элла Беррила.
Фактически, лейбл существовал только в названии и в качестве лого на альбомах, и никем не управлялся. За время своего недолгого существования адской щади успела выпустить всего лишь 6 лонгплеев, но ставших классикой и необходимых минимум на полке каждого любителя взорвать свои мозги посредством внедрения в него нового центра удовольствия под названием «Хардкор». Позже, после распада SSD, гитарист-маньяк использовал X-Claim как стартовую платформу для своей группы Gage. Ну, не очень, на самом деле, примечательный и интересный. Вот. В завершение надо сказать, что кроме групп, о которых говорилось до этого, Бостон породил просто огромное количество интересных и выдающихся команд своего жанра, вроде Unseen, Dropkick Murphys, Mighty Mighty Bostons, Pixies, Bones Brigade и очень много панковых групп там было, вот. Пожалуй, только один город смог обогнать его по культовости банд, обитающих в нем, это Чикаго, что отнюдь не принижает заслугу одного из старейших городов США, между прочим, в штате Массачусетс. Вот, ну напоследок я вам поставлю DI с характерным названием It's Over в качестве хорошего завершения эфира. Всем спасибо, кто слушал. До встречи в следующий понедельник, я думаю, наверное, в 10. В 10 где-то начнется в следующий раз, вот. Так, договоримся. Все, всем спокойной ночи, или неспокойной, кто как хочет. В общем, счастливо, еще раз спасибо. Your worthless hate will be